Всем привет, с вами Роман Раскольников, я продолжаю играть в игру Dizalight. В этой серии мне... в этой серии я буду выполнять квест под названием «Подземка». Мне необходимо спуститься в подземку и исследовать ее, но не все так просто. Для того, чтобы спуститься в подземку, мне нужно найти специальный фонарь, который будет отпугивать монстров, потому что там обитают очень страшные монстры. Но опять-таки, чтобы добыть фонарь, мне нужно будет найти отшельника. И давайте начнем. Эй, привет! Это Элеонора. Здравствуй. Еще раз хочу поблагодарить за помощь с медикаментами. Они уже отправлены нужным людям. Рад был помочь. Слушай, по поводу вашей организации, правда? Можешь рассказать о ней подробнее? Правда была основана еще до дня X. Началось с моего ухода из Нового Света. Меня беспокоило, что происходило внутри департаментов конгломерата. Особенно в отделе «Медуза». Проводимые эксперименты, скрываемые от общественности и даже правительства Советов, меня очень пугали. Тебе известно о случае в Изумайловске? Да, до меня доходили слухи. Это не слухи. Объект 147. Подопытный вошел в конвертатор и... появился за сотни километров от места проведения опыта. Самое страшное... что подопытный перестал быть нормальным человеком. Как бы ужасно это ни звучало. Значит, это правда? И какова ваша конечная цель? Разобраться, кто же виновен в произошедшем на самом деле. История про Огненного и то, как он уничтожил весь мир, звучит не слишком правоподобно. Учитывая то, что нам уже удалось узнать. Если честно, то за последнее время я тоже услышал от своих кураторов массу странных вещей, доверие которым, мягко говоря, не особое. Хоть я и не знаю, о чем ты, но примерно понимаю твои ощущения. Никто ничего не говорит, но ты понимаешь, что происходит что-то совсем нездоровое. К слову, я не просто так с тобой связалась. У нас есть еще одна задача. И возможно, что она в том числе поможет тебе найти ответы на возникшие вопросы. Да, слушаю тебя. У меня появились данные о неком комплексе «Подземка». С его помощью Новый Свет скрытно мог перевозить грузы по территории Граничного под землей. Однако важно здесь то, что в полученных мной документах говорится о неком грузе под индексом 147. Очень странно, что значение совпадает с объектом 147, то есть с безумцем. Мне кажется, что подземка скрывает в себе что-то ужасное, но в то же время полезное для нашего расследования. Мне нужно отправиться туда? Где она находится? С этим сложность. Это секретный объект. В документах не упоминается квадрат или координаты, по которым можно было бы найти вход в комплекс. Я попробую узнать об этом. Хорошо. Держи в курсе. Эй! Михаил? О, да ты меня напугал. Наливал себе чай, и тут ты. Чего такое? Ты знаешь что-нибудь о подземке? Знаю. Это не то место, которое тебе стоит посещать, дружище. Как раз его мне и нужно посетить. Спорить не буду, но я скажу тебе координаты только после того, как ты, обезопасишь себя. Я не хочу брать на себя грех и отправлять тебя на смерть. Да что там такое? Чернь. Слышал о таком? Нет. И хорошо, что не слышал. Это подземные твари. В каком-то смысле, это одна из разновидностей безумца. Мутанты человека, что ли? В определениях я не силен. То ли работники, которые там остались, то ли еще чего. Я знаю только две вещи. Во-первых, оттуда еще никто не возвращался. А во-вторых, тебе понадобится пугач. Это такой специальный фонарь, освещение от которого чернь боится. Где я могу его достать? Есть на острове один тип. Странный мужик, отшельник. Но мастер отличный. Имени его не знаю. Его все зовут инженером. Говорят, что всю семью потерял. И после этого спился и стал жить отшельником. Ищи его в квадрате Е5. Так, куда же мне надо отправиться? Так, в квадрат какой-то. Е5 вроде он, блин. А теперьки. Так, давайте изучим. Метатель топоров. Да не нужен мне... Так, идеальная техника приземления позволяет вам безболезненно прыгать с больших высот.
Так, да, вот давайте лучше ремонтник прокачаем, потому что Икара я уже как-то и так научился бегать эти узкие все, я уже давно ноги не ломал. Из-за того, что падал. А... Ночной странник, ваши глаза привыкли видеть в темноте. Ночью вы лучше видите облики. Точечная хирургия. Так, что ценится на граничном больше? Жизни. Трофеи. А, и вы знаете, как добывать их лучше. Вероятность добыть трофеи повышена на 25%. Ну ладно, давайте ее. За трофеи мне дают дополнительный опыт при их исследовании. Следовательно, я смогу быстрее прокачиваться. Так. Убийца. Мастер трансмутации. Наука сложная штука. Методом проб и ошибок вы еще больше повысили свои шансы на создание дополнительного компонента при крафте. Так, ладно, давайте. Торговцев я все равно мало чего покупаю, так. А тайный спонсор... Кто-то явно помогает вам. Раз в день тайный спонсор будет приносить в особый ящик сейфа случайные предметы. Так, страхование финансов... Так. Давайте вот так вот, тайный спонсор. Может, там какая-нибудь эпичная вещь попадется. Так, теперь мне надо... Квадрат Е5, да, все. Квадрат... А тут недалеко, кстати. Так, единственное, что мне сейчас надо полимерную ткань попробовать поискать. Я продал, выкинул, блин. Не обратил внимания то, что она мне нужна. Ну, полимерную ткань можно получить, если убивать вот этих ловкачей и тому подобное. Ну, бандитов, в общем. Так вот, где бы мне их найти? А вон кто-то ходит. Надеюсь, это ловкач они. Да, это ловкач. Ну, пирамида, какая разница. Бандит, в общем. Так вот, полимерная ткань. Так, кстати. Аналомик из... так, используется, то есть применяется на монтировку. Так. Модификация чумной доктор. А, чумная палка. Нет. Так, значит, свинцовую трубу. Палку. Палка бесполезнее всего, ладно. Если что-нибудь найду, я применю. Значит, это я разберу. Так, тут у нас, кстати, надо кукри починить. Каму. Ну, с камой можно еще подраться. Куда это ты побежал? Ах ты ж падал. Я слабил. Так, молотов уже изучен. Топор. А топор, кстати, какая-то модификация у меня есть, но, в принципе, ладно. Так. Так, улучшить. Придется возвращаться обратно на базу. Ладно, хоть я недалеко убежал. С другой стороны, не знаю, это один раз исчезло или так постоянно будет у меня пропадать из ящиков. Я бы сложил бы все. Я бы, например, патроны бы сейчас сложил. Я... пока я ими не пользуюсь, я буду пользоваться позже, когда она того потребует. Например, когда я буду нападать на базу НС Нового Света. Они там сорны все с огнестрелами. Можно в них попробовать пострелять. Хотя я время от времени и так сейчас использую. Так. Улучшенный рюкзак.
Так, и что у нас тут? Ящик с инструментами. А, так ящик с инструментами мне самому надо чинить, а не я с помощью. Очень хорошо, я понял. Так, ладно, давайте я его тоже переложу. Так, ну вот эти все предметы мне придется с собой таскать, иначе я могу их потерять. Да, вот давайте попробуем еду приготовить. Так, значит, кастрюлю мне надо с собой таскать. О, грибное пюре с мясом. Хорошо. А тут уже неплохо так еды набрал. Принципе, ладно, пойдем дальше. Ну, каму, я думаю, можно отремонтировать. Плохое такое оружие. Складная дубинка. Нет, давайте я на четвертый ствол Марка возьму. Так, 8 патронов. Здорово. Решил закупиться или есть что на продажу? Так. Вроде на продажу мне что-то было. Так, шоколад. Тушенка. В принципе, это можно было бы все приготовить, но у меня нет желания возиться с этим всем. Заходи еще. А, все, вспомнил. Я хотел рюкзак продать ему. Я сейчас улучшенный рюкзак одену. Так. Так. Необычный. Почему меня этот больше дает, а этот меньше? А, базовый рюкзак. Там. В этом месяце покупателей совсем нет. Мельчает граничный. Так, мне надо тебе базовый продать. Бандитская куртка. Нет, бандитскую куртку я продавать не хочу. Базовый рюкзак хочу продать тебе. Новый пирог. Ладно, на, забирай. Мне его не жалко. Стоимость вода. До встречи, дружище. Приходи ко мне снова, если что-то понадобится. Похоже, в воде вы не нуждаетесь. Это во время выживания вода очень востребованный ресурс. На самом деле плюс 5 килограмм это ни о чем. Я думал хотя бы плюс 10, плюс 15, чтобы я 60 килограмм хотя бы мог таскать. Так, ладно, я собирать вот это не буду, они тут постоянно растут. Мне далеко бежать, еще подземку спускаться, может там что-нибудь я интересное найду. Хотя, в принципе, и траву можно, наверное, не собирать, потому что у меня медикаментов пока много. А с другой стороны, если я спущусь в подземелье, то я уже не смогу собирать траву.
Я думаю, надо самокруток понадобить, чтобы стресс убавлять. Ладно, мясо я тоже не собираю, потому что у меня вроде как запасы еды пока есть. Все что я смогу приготовить в любой момент. Так, продавать мне тоже нет смысла собирать, продавать, потому что у меня денег и так много. Можно их потратить на всякие схемы. Я пока хорошей схемы не видел. И вот если схема куртки будет какой-нибудь получше, чем у меня. Либо улучшенного рюкзака. Я думаю, тогда я куплю его. Даже если он будет 2000 стоить. В основном хлам стоит этот, тратить только на починку оружия. Ну, дрогов, конечно, я по дороге, наверное, буду убивать, чтобы уровень апать. Потому что там, как я способности могу прокачивать, также я им потом буду больше урона наносить, меньше сам от них урона получать. Так, на это у меня нет модификации с ПВМ. Палка. Палку, я не хочу модифицировать палку в чумную палку. Я хочу что-нибудь получше. Например, ту же самую же арматуру. Пришлось мне ее разобрать, потому что я был перегружен. Хотя в идеале лучше найти дубинку. Кто тут? Цапси? Цапси. Да, убегаешь. Так. Вот слюну Сапси я буду продавать. Трофеи тоже можно продавать, но в принципе они мне самому нужны. Я лучше буду опыт с них получать. Хоть они и так дороговато стоят, я лучше опыт с них буду. Так, это что, кстати, такое? Колесами. Странная вещь какая-то. Пушками. Так. Охотник. Так. Где? Так, слабовато. Блин, пропадает. Он за спину тпшится всегда. Последний момент телепортировался, я его почти убил. Так. Думаю, мне эта малая аптечка поможет.
О, опять каму нашел. Так. Вот это я зря, наверное, взял. Уже исследовано. Гречка. Так, егерь. Так, у меня больше нету ячеек. Так, самокрутка. Так, ну давайте. Так, у меня у этой камы сколько осталось ремонтов? Два ремонта осталось. Ладно, я его разбираю. А вот так, если я... Да, я его разбираю. И вот с этим буду пользоваться. Так. Самокрутку оставил. Так, а вот этой камой я буду пользоваться. Да давайте я лучше складной дубинкой берусь. Так, теперь надо найти выход. Так. Трах, тяжелая травма. Аналогин, да? Тревога. Все еще тревога есть, да? Ну ладно, сейчас мы тебе самокрут так сделаем. Либо может спиртное надо тут на дороге. Так. Не могу обыскать. Да ладно, я тебя трогать не буду. Хотя вот способность бы мне сейчас не помешала бы прыгать с любой высоты. То есть не с любой, а более высокой, чем раньше прыгал. Так, там еще как-то подняться надо будет. Так, вот тебе сейчас самокрутку скрафтим. О, кстати, у меня вот, видите, куртка поменялась. Сейчас самокруток ему скрафтим. Так, вот и избавились. Еще две самокрутки осталось. И от стресса, и от страха избавились. От тревоги. Так, блин, как бы тут добраться? А ну, вали отсюда! Что? Че ты штукаешь, мать твою? Тебе чего тут надо, ублюдок? Поживиться чем-то пришел. У меня есть для тебя пара свинцовых. Эй, полегче, я не мародер. Мне сказали, что где-то здесь я могу найти инженера. Кто сказал? Михаил, торговец из Оазиса. Предположим. И что тебе надо от этого инженера? Пугач. Нехилые запросы. Так, инженер, это вы? Тащи мне пару бутылок водки или чего-то еще горячительного. Вот тогда и поговорим. Понял. Так, мне еще водку теперь найти, да? Найдите алкоголь для инженера. Так, журнал области. И где мне алкоголь искать?
Так, ну ладно. Опа, а куда восклицательные? А куда знаки делись? А, они вот так вот только появляются. Ну хорошо, давайте вот сюда сходим. Алкоголь мы поищем. Бухать любит, да? Так, что-то это какое-то место странное. Так, это под ногами у меня хрустит, да? А, чурака. Че, мне сюда надо идти? Да, этот скример, типа, должен был меня пугать. Я думал, тут, типа, куда-то под землю можно спуститься, а нет, это на самом деле нет. Не намного. Вот здесь, наверное, я... Вот тут по-любому должен быть алкоголь. Так. Яма. Так, что-то я думаю, я зря сюда сунулся, потому что... Потому что здесь, скорее всего, нет алкоголя, и... Я куда-то, наверное, по сюжетному этому добрался. То есть я сюда должен был по сюжету прийти позже. Так, давайте печенье съедим. Пустительнину. Не, ну здесь, я думаю, мне не стоит искать алкоголь. Это вообще, скорее всего, какой-то атомный коллайдер. Хотя нет. Настойка есть. Хотя ученые. Те же самые же алкаши. Ну ладно, давайте поищем. Раз уж сюда пришел. О, нашел все. Так, вот это мне штука тоже нужна. Так, и вот это. Нет, это не нужна. Так, разобрать. Так, надо отсюда убегать. Там кто-то очень злой орёт. Пятные патроны. Так, давайте я сразу скрафчу чумную палку. А я инструменты оставил дома. Тут еще теперь большой забор, как мне его обойти? Яма. Так, подождите, мне не в ту сторону бежать же. А-а-а. Вспомнил, я же под низом пробирался.
Так, принести инженеру. А, принести алкоголь инженеру. А, один. Это типа я должен к нему принести уже. Я жду, мне снова найти надо его. Я же вроде тебя нашел. Странно, почему типа 0 из 1. Просто нельзя было написать принести алкоголь инженеру. Это ясно то, что мне его надо принести. Потом бы брали. Зачем тут типа 0 из 1 написали? Типа двум инженерам ой. Блин, она, похоже, от меня не отстанет. Это груч. Дурацкий груч. Он, кстати, очень жесткий. Я еще и промазал, отлично. Так патронов мало. Убежал? Вот что сейчас было? Ух ты, у него два мяса и... всего лишь пешку прочно. Блин, зря баклажан подобрал. Так, что-то мне кажется, я и туда иду. Однозначно я не туда иду. Он сверху. Совсем не то нашел. Так, а как я в прошлый раз наверх поднимался? Где-то вот здесь, да? О, о, Сапси, привет. Видел вот это, как только что я груча убил. Наверное, был испугался на меня нападать. А, кстати, что у нас тут? Дресс. Самокруточка. Я ж думал, ты на меня напасть хочешь. Так. А как мне наверх туда подняться? Я в прошлый раз поднимался. Честно, не могу найти дорогу. Опять эти грибы. Так, ладно. Ну, достал? Да, как и просил, две бутылки. Видишь вон антенну высокую? Иди к ней, там вход. Смотри без фокусов. Пристрелю сразу. Это вот эта антенна высокая? Так, ну это нет, это не антенна. Так, это что? Это монолит. Почините его тут. Так, я не хочу к тебе ходить, я хочу сейчас... Чё? Может, у тебя тут стырит что-нибудь? Дома вроде как. Ну вот, баклажаны можно стырить. Тесак.
шкафчик. Вентилятор. А, нужен. Так, ну это уж точно не нужно. Палка. Хотя на него тоже есть вроде какая-то модификация, но я не собирал вещи на отсюда. Так. Торговец здесь стоит. Хорошо, что тебе можно продать. Ящик с инструментами, да? Два из 18. 7. 0. 0 из 15. 6 на 12. 5 на 8. Егерь редкая, необычная. Стоимость 200, стоимость 3. Ну ладно, давайте его продадим. Стреляй теми же самыми же патронами, что и в Г. 24У. Хоть и на 5 урона больше он наносит. А, меньше. Он еще и урона меньше наносит. Ладно, тогда мы его по-любому продадим. Так, что еще можно тебе продать? Ненужную мазь. Вот тебе еще мазь. А, слюну сапси можно продать. А, вот тебе еще бинт. Так, купить ремонтный набор придется. Придется ремонтный набор купить. Для того, чтобы просто скрафтить. Кстати, я, оказывается, броню сломал. Ная палка. Так, все, я создал чумную палку, поэтому можно набор продать. То 40, ну ладно. В принципе, оно того стоило, чтобы просто скрафтить палку. Самокрутка. На, кстати, самокрутку. Я потом себе еще создам, если понадобится. Так. Снять. Нет, так, кукри мы ставим на второй слот. Так, вот эту чумную палку мы ставим на третий слот. На четвертый слот пистолет. Так, ладно, все. Беги. Я и так бегу. Так. Поговорить задание. Поговорить давай. Так и зачем тебе пугать? Мне нужно в подземку. Ты идиот, что ли? Ты знаешь, сколько там людей погибло? Слышал от Михаила. Но это моей цели не меняет. Да, значит, идиот. Может и так. Вы мне помочь можете? Да чё ж не помочь-то? Ой, могу. Только вот я не выбираюсь отсюда никуда. У меня нет ничего для сбора этой штуковины. Найди детали и сделаю. Поищи на складах в квадрате G6.
Раньше я их оттуда таскал. Блин, еще детали тебе искать. Найти детали для фонаря в квадрате C... G6. Это странно то, что латинский алфавит. Раз тут все по-русски говорят, могли бы сделать и русский алфавит. Так, задание. Нет, задание я у тебя брать не буду. Найди детали. А какие именно детали? Деталей много. Вот, например, изолента, это тоже деталь. Микросхемы. Это все детали. Ну ладно. Изолента это не деталь, это расходный материал, который помогает починить. Точнее, не починить, а изолировать. Так, это что тут у нас? Что-нибудь скрафтить смогу? Простой обед. Овощи. Давайте простой обед скрафтим. Так. Стресса нет, ладно. Крафтить самокрутку не буду. Морковка. Сейчас опять кто-то нападет. Так. А, доктор. Ты ли это? Давно не виделись. Так. Умение есть одно. Усталость не помеха. Ваша сила восстанавливается быстрее. Ваши навыки в создании оружия возросли теперь. Так, и теперь шанс дополнительной починки повысился. Давайте лучше выносливость прокачаем. Шанс это всего лишь шанс, он не стопроцентные, там просто увеличивается шанс, а вот выносливость не дается стопроцентно. Выносливостью я могу пользоваться всегда, вот этим шансов. Во-первых, я оружие редко крафчу, а во-вторых, это всего лишь 20% шанс. 25% того, что мне повезет. То есть я, по сути, ничего валю очко умения. Так что я лучше полью в восстановление выносливости. G6, кстати, это должен был соседний квадрат быть. Да, в соседний квадрат G6. Только я не понял. На карте не показывается, куда мне именно бежать. Только так. Так, это ты... Охотник, опять охотник. Да, вот он. Так, он меня вроде не заметил. Хватить отсюда его надо. В принципе, лучше бы, наверное, я с ним сражался. Давайте его завалим. Почему бы и нет? Где ты? Вот он. А ну иди сюда. Будешь респауниться за спиной, окажешься за решеткой.
такая всего лишь аптечка. Ладно, я хоть... Так. Истерика у него. Так, теперь стресс. Так, это зомби. Нет, это не зомби. Это рядовые НС. Я с чумной палкой сюда пришел, товарищ. Как вам моя чумная палка? Ой, я пособирал весь мусор. Я хотел вылечиться, а вместо того, чтобы вылечиться, собрал весь мусор. Так, ладно, антидепрессанты съедим. Хотя антидепрессанты особо не помогают. Так, я, кстати, вылечиться должен. Так. Во-первых, вот это, вот этот хлам я разбираю. Он мне не нужен. Так, это я съем сразу. Так. Кевлар себе забирайте. Мне тоже не нужен пока что. Нет смысла мне таскать. Так, это я разберу. Так, это я изучу. Вот эта штука, кстати, горелка нужна для чего-то, для крафта какого-то оружия. Но я, в принципе, это оружие крафтить пока не собираюсь. Так. Еще не до конца вылечился. Ну давайте бинтами долечимся. Так. Ладная дубинка, ее надо починить. Так, чумная палка, кстати, очень быстро ломается. Так. 5. Так, изучить. Их база, да? Нет патронов. Тоже нет патронов. Не понял. За место чего? А что у меня первым? А, у меня палка была первым. Так, снять. Надеть. Так, это дробовик. Хорошо. Так, он вроде как у меня пить хочет немного. Уже не хочет, наверное. Это какая-то локация, скорее всего. Знаешь бы, кто это стоит? Безумец или... А, это ловкачи.
Рукачи сюда пришли. Так, громил. Их можно просто, кстати, обычным оружием сбить. Вот солдаты НС, они очень сильные. Ах ты ж... Мне что там сломал? Мне что-то сломал, кстати. Так. Так, травму... Все, травму он вылечил у меня. Он мне вроде как нужен. Мука пшеничная. Пшеницу, правда, я ни разу не находил. Теперь. Так, бинты. Так, ничего нет. О, метроном. Он для чего-то нужен был, я тут точно знаю. Так, давайте я все съем. Так, тут... Ну ладно, давайте дальше бежать. Сейчас опять, скорее всего, придется прыгать с большой высоты или пикать. Надо сразу, короче, ниже спускаться. Так, ну вроде пока я целый. И покоцался. Так, пистолетные патроны. Так, таблетки. Ладно, они мне не нужны. Даже на меня не согрелся. Ты ж куда? Ну-ка. Подожди. Квакун, я тебя спас. Там огнеметчик. Вот для чего огнестрел нужен. Так. Так, с этим это я вручную справлюсь. Так, ладно. Чумная палка, по-моему. Нет. Опять огнеметчик. А, оказывается, интересно. Я думал, это новый, а это, оказывается, я того не добил.
Так, гранату можно будет делать. Так, это похоже их база. Не похоже тут живут. Так, а мне тут надо части для фонарика искать. Так, я еще кого-то согрел. Великую нашел. Так. Сейчас, подожди. Меня стамина восстановится и тебе достанется. У меня чумной палки на всех хватит. Так. Очки. Кстати, а давайте я проверю лучше, что там надо мне. Так, починить монолит. Тостер. Тостер нужен по-прежнему. Тостер. Тостер, блин, в дефиците. 3 тостера надо. 5 тостеров и утюгов надо еще много. Метроном надо, утюг. Электромотор. 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 Трансформатор. Трансформатор мне нужен был. Я его разобрал. Так. Антидепрессанты. Так, пистолет. Я его могу взять. Маслё. Печенье. Ой. Он стрелять у меня собрался. Хорошо, я тоже так могу. Палку сломал. Какие-то они странные. Пи. Редкая. Взять. Так, трансформатор. Шкатулка. И трансформатор, и шкатулку надо еще. О, еще один. Вол. Мука из крупы знаю. Черная трупа. Кастрюля. Зачин. Деревянный кораблик. Палка-вручалка. Преисследован.
включена, точнее. Так, трансформатор нашел. Яблоко надо было съесть. Вот это что вот такое вообще? Почему они везде появляются? Так, сигару использую. Молоток мне уже не интересен, потому что получше нашел. Шкатулка. Почему у вас тостеров нет? Любому же вы тосты хотите на базе. Ой. Ранен. Сейчас, подожди, подожди. Так, энергоячейка. Я вас тут хочу починить электрику. Чего вы тут без электричества все сидите? А вы меня тут бьете сзади, подходите. Я вас базу чиню. То вы сами ее не можете починить. Так, а где тут? Тут же еще где-то надо было. А, вот. Так, а что он делает? Что этот переключатель вообще делает? Так, вот тут еще где-то надо установить вроде электричество. А или нет? Так, не понял, что там шумит такое. Опять огнеметчик где-то рядом. Или это ветер так? Нет, это скорее всего ветер так шумит. Дверь все по-прежнему закрыта. Может, я дверь должен был открыть? Но сюда он не вставится. Может, тут еще где-то надо установить батарею. Не, вроде нигде не надо. Просто вдруг это... Нет. Ну, было бы прикольно, если бы я, например, должен был установить парочку вот таких батарей где-нибудь. И, в принципе, когда я его устанавливал, там, типа, дверь бы открывалась, а там какие-нибудь патроны, оружие огнестрельное, которое здесь, так сказать, очень редкое явление. Так, ладно. Пора возвращаться домой. Ну, не домой возвращается. А, это просто дверь на выход. Так, здесь опасно. Аномальное поле.
Надо не домой возвращаться, а вот к этому инженеру, который мне фонарик создаст. Так, это что такое, кстати, там светит? Так, я там не исследовал. Ну, странная вещь. Типа передатчик, что ли, какой-нибудь? Это... Может, это маяк? Да, это... Нет, маяк. В общем, я не знаю, что это такое. А, это антенна какая-то. Отсюда лучше стало видно. Раньше были просто вот эти, как его, проволоки опорные, которые не дают, типа, этой башни. Самой башни. Сейчас все видно. Так, 400 метров мне. Надо пробежать еще. Тут, кстати, бежим. Так, надо дубинки починить. Так, у меня вроде... Да, у меня два оружия уже сломано. Так, во-первых, дубинку, а во-вторых, мою любимую чумную палку. Так, в общем-то, по пути... короче, я обнаружил то, что у меня сбилось задание, а мне необходимо было починить монолит. То есть я части для фонаря так и не нашел. Кстати... Оно снова сбилось почему-то. Когда я сюда добрался. Так. Мне здесь нужно найти фонари и... части фонаря. И, кстати, тут люди обновились. Снова появились вот эти инесовцы. Я уже двоих убил. Но... Тут может быть еще. Да, вон, кстати, еще... Ой, он с пистолетом. Так, и что он там будет стоять ждать, что ли, нас? Нехорошо так. Попал. Кстати, огнеметчик я на этот раз... Опа, еще один. Убил чумной палки. Да, блин. Что-то такое ощущение, как будто у меня типа высокий. Я понажимал, короче, срабатывание. То есть я понажимал, и у меня немного погодя только срабатывают вот эти удары. Хотя, в принципе, я играю офлайн. Не знаю, с чем это связано, почему именно. Опять надо искать части фонаря. Я, кажется, знаю, что мне нужно искать. Я вроде фонари здесь видел. Я вроде где-то видел фонарь. Дрель нужна мне, но в принципе не сейчас. Я... Она мне нужна для того, чтобы сделать улучшенный ящик инструментов.
Так, а можно сразу использовать. Ящики не обновились, а вот люди появились заново. Так, сковородка. Очки. Я где-то, кстати, видел фонарь. Может, мне его, типа, надо подобрать? О, метроном. Вот тостеры. Ну, тостеры я примерно представляю, где могут быть. Они недалеко от деревни. То есть они в деревне, недалеко от кинотеатра. Вроде там я находил очень большое количество тостеров. Можно еще в начальный маяк сбегать. Нашел. Часть уфо фонаря. Она так и называется, кстати. Так, может, вот тут у нас где-нибудь что есть один? Что начать? Да, в принципе, здесь можно было бы играть по стелсу. Выучить еще возможность убивать скрытно, и все, и нормально все было бы. Так, здесь точно нет части фонаря. Так, где же мне ее искать? Ну хорошо, что она так и называется. Часть уфо фонаря. А, уф фонаря. Уфо, уф. Так, чумная палка. Кстати, ее надо починить. Один ремонт остался. Это плохо. Я так долго ее пытался скрафтить, а она быстро ломается. Газовая лампа. Но она нужна была, но не по сюжету. Так. Палка-выручалка. Может, еще палку-выручалку попробуется? Ты знаешь, чего она создается? Кстати, я что-то подобрал. А, кстати. Так. Кунаи, они за место какого-то оружия. Я так думаю, их надо за место какого-то оружия. А. Они вот сюда одеваются, значит, хорошо. Так, как их метать-то? G? Так, и где мне еще одну часть фонаря искать? Любом она где-то здесь лежит. Может, вот это? Нет, это дрель. А, вот же она. Я собрал все, что нужно. Пора возвращаться к инженеру. Вакуум. Прикольное название, но не знаю, почему его так назвали. Он вроде не квакует. Почему его квакуном назвал? Логично было бы его назвать квакуном, если бы он квакал.
Так, блин. Зря я сюда поднимал. Наоборот, надо. Так, а как бы мне обойти это все? Я сейчас опять куда-нибудь зайду, да, куда не нужно. Так, тут какой-то лагерь. Утюг, а утюг... Да, утюг мне нужен был. Так, а давайте посмотрим вообще, что я еще могу крафтить. Так, перки я все выучил. Так. Оружие. Какое оружие я могу крафтить? Гранату. Светоч. Газовая горелка, химикат. Черная метка. Можно попробовать найти и химикат, и горелку. Они вроде там часто встречаются. Единственное, что мне опять нужен верстак. Кроме как у себя на базе в Оазисе, я верстак нигде не починил. И то я его в двух местах, что ли, только встречал. Так, опять весь лес прокупается. Так. Подать не хочет. Ну ладно. Хочешь, не надо, я за ним бегать не буду. А, как ты ж падла. Сейчас тебе шумной палкой ударю. Жалеешь об этом. Ловкач. А, я ж так и не посмотрел, можно ли сюрикены метать. То есть как их метать? Не сюрикены, а эти кун. Тут я был или не был? А, это просто так, типа. Большая декорация. Я уже думал, это какая-то локация новая, типа. Постройку. Странная постройка, не знаю, для чего она здесь нужна. Какую она роль играет. Это, кстати, что такое? Конденсатор. Чего он нужен, не знаю, но... Он, скорее всего, для чего? Для крафта, но... Разобрать его нельзя, потому... Так, ну и далеко же мне идти к нему. Так, кстати, у меня травма есть. Что там? Тяжелая болезнь, сепсис. Антибиотики. Там он еще один дрог. Дорг, точнее. Ой,
представляю, как долго мне туда лезть придется. Самое главное, как туда забраться? Тут у нас все скалистым. Тут у нас все весь скалистый берег. Вон там можно было по мосту побежать. Хотя, в принципе, это вообще в противоположную сторону бежать. Может, тут где-нибудь все-таки найду способ залезть. Кстати, тут, может, можно залезть. Вы знаете, еще мне что напоминает? Dead Island. Тоже такой, типа, собираешь всякое оружие, делаешь для него модификацию, бегаешь, зомби дерешься. Оружие ломается, ты подбираешь новые, там всякие биты, весла, дубинки, разные модификации для них делаешь. Хотя, короче, Desolite — это игра, которая тут и элементы от Fallout есть, и там типа дизайн и от этого, как его, от Bioshock немного, именно вот этих, как его, радиопередачи, радиосвязи, которые мы разговариваем. На Singularity немного смахивает, именно в плане графическом. Также на Stalker немного смахивает то, что вот типа бросаешь всякие там вместо болтов камни, и тоже аномалии есть. Еще здесь есть артефакты. Так, монолит могу починить. Сейчас узнаю, что будет, если я его починю. А ничего не будет. А, кстати, я могу продать таких лап, если он у меня есть. Так. Редкая пи. А почему у этого прочность 50 из 50, а у этого 43 из 43? Хотя это два одинаковых пистолета. Так, конденсатор. Продам, пожалуй. Так, таблетки. Ладно. Таблетки продам. У меня сорны вроде как. Они часто находятся. Так, вода. Так, воду тоже я не думаю, что есть. Таскать. Единственное, что она нужна для приготовления пищи. Сейчас я вроде как пищу пока не готовлю. Так, че он застрял-то? Так, все, давайте фонарь сделаем. Отлично. Ты принес все, что нужно. А вот твой пугач. Стоп, ты же... Ну, детали я подыскал, а твои оставлю про запас. Ой, не буду же я в минус работать. Он хоть работает? Да вот в подземке и проверишь. Да работает, работает, ё-моё. Я свое дело знаю. Так. Михаил, пугач у меня. Где мне искать подземку? Квадрат С2. Только осторожнее давай. Там много хороших ребят полегло. Постараюсь. Так, пугач. И для... Элеонора, я узнал, где находится комплекс. Отправляюсь туда. Отлично. Я на связи. Сообщай мне о том, что там увидишь. Найти спуск в подземную лабораторию в квадрате С2. А С2 квадрат далеко, это почти рядом с оазисом где-то. А, нет.
Оазис. Все, понял, это наоборот в другом месте. Она же сверху вниз идет отчет. Так, С2. Вот здесь, значит, где-то. Это далеко бежать. А чё, типа... Мне даже в квадрат... А, вот же. Так, кстати, а как мне пугач использовать? Так и не показали. Так, основные характеристики, эффекты и воздействия, боевая система, система прокачки... А, вот, кстати, монолиты. Посмотрим, для чего. В различных районах острова вы можете найти монолиты, устройства, которые после починки могут определяться как ближайшие точки возрождения. Единственное устройство, которое не нужно чинить, расположено в сейф-зоне. Оно является базовой точкой... А, все, понял, для чего монолиты нужны. Которые после починки и запуска открывают точки интересов в радиусе вокруг себя. Пневмолифты. А в различных районах острова вы можете найти пневмолифты, устройства, которые после починки позволяют быстро переместиться в отдельное место. Пневмолифты работают по зафиксированным линиям, то есть движение по ним осуществляется в форме АБ. Починка один, так, починив один пневмолифт линии, вы автоматически чинится и второй. Так, репутация... Выполняете задание NPC, биолог, инженер и тому подобное, вы получаете очки репутации. При достижении определенного количества очков вы получаете новый уровень доверия NPC. Уровень доверия открывает новые рецепты и предметы кастомизации. Так, самолечение. Так, давайте боевую систему. Значит, базовое движение, фонарь, фонарь. С самого начала у игры... у вас есть фонарь. По умолчанию кнопка включения Т. С его помощью вы можете... Так, фонарь не нужно заряжать, он работает без каких-либо ограничений. А, УФ-фонарь. Так, УФ-фонарь становится доступен по мере прохождения сюжета. По умолчанию УФ-режим фонаря включается по удержанию кнопки Т. А предназначение фонаря – замедление и остановка некоторых видов существ. Обнаружение скрытых надписей. УФ-аналог постепенно гаснет, в отличие от обычного фонаря, но подзаряжается автоматически после выключения. А. Я так понимаю, он типа замедляет некоторых противников. Я так понимаю, он замедляет именно... вот этих, как его, охотников, которые тпшутся за спину всегда. Надо на них испробовать. К тому же они вроде как пропадают, да? Невидимые становятся. Значит, с помощью фонаря я смогу их увидеть. И вот, возможно, вот эти призраки появляются странные. Возможно, там тоже фонарь нужен. Но с этим я потом разберусь. Сначала я главный сюжет пройду. А потом уже всякие побочки, исследования, карты и собирать всякие коллекционные предметы буду. Так, надо немного подождать.